вами. В-третьих, мне вообще просто нравится общаться. Дальше, что можно сказать по тренингу? Тренинг очень сильный, это раз. Дальше, что можно сказать? Я выбираю те роли, которые мне близки или интересны в данный момент. У меня есть правило стараться по возможности быть самим собой и жить здесь и сейчас. Я в данный момент просто играю в ту игру, которая предложена Алексом. И она мне нравится. А тебе нравится Алекс? Может быть, тебе что-то в нем не устраивает? Скажи. Как может не устраивать что-то в Алексе, если взять и применить те правила, о которых он говорит? Сразу принимаешь его и прощаешь таким, какой он есть. Он имеет право быть собой. В-третьих, вообще, в-четвертых и в-пятых, без разницы уже какой номер, я пришел к нему. Хорошо. Как я могу научиться, если я не освобожу себя, чтобы принять то, что дает он? Ты молодец. Ой, слава мне, любимый, единственный, повторяй. Ты большой молодец. Есть какие-то нам пожелания, может, что-то хорошее нам хочешь сказать? Дело в том, что я уверен, что то, что произойдет здесь, является большим уроком не только для тех, кто пришел учиться, но и для Алекса, потому что он достаточно активно живет и растет. И это красиво, это нравится, и вообще это, как сказать, это правильно. Хорошо. Так что благодарю. Спасибо.